С добрым утром, девочки и мальчики. Всем привет, Марина. Саша из Красноярска просит раскрыть тайну появления жемчуга. Саша знает, что жемчужные бусинки находятся в ракушке моллюсков, но не понимает, как они там появляются. Хороший вопрос. Кстати, в древности люди думали, что жемчуг – это слезы русалок или ангелов. Но что это на самом деле, мы сегодня и выясним. Ведь это рубрика «Тайны шести континентов». Ребята, если вы любите удивляться и раскрывать разные секреты, смотрите нас внимательно! Жемчуг – самый необыкновенный и драгоценный камень, рожденный в раковинах пресноводных и морских моллюсков. Известен он человечеству уже много тысяч лет. Сведения о нем можно найти в индийских ведах и на персидских глиняных табличках. А я знаю, что из жемчуга делают украшения. Да, причем этот камень можно использовать таким, каким его создала природа, без дополнительной обработки. О, здорово! Достал жемчуг из ракушки и создавай красоту. Марина, ну как же он в ракушке появляется? Смотри, у некоторых моллюсков внутри раковины есть особый слой, который называется перламутр. Я знаю, он еще красиво блестит и переливается. Верно. Перламутр состоит из пластинок арагонита, карбоната кальция. Это то, из чего состоит известняк и мел? Да. И вот эти кристаллы карбоната кальция, расположенные параллельными слоями, и образуют перламутр. А жемчуг получается так. Маленькая песчинка или соринка случайно попадает в раковину, в тело моллюска. Ему это, конечно, не нравится, и моллюск начинает защищаться. Слой за слоем он обволакивает незваного гостя перламутром, и со временем в раковине появляется настоящая драгоценность – жемчуг. О, вот это да! Была соринка, а стал драгоценный камень! Чудеса! Марина, получается, что все моллюски, у которых внутри раковины есть перламутр, могут делать жемчуг? Да, но основным источником жемчуга являются двустворчатые моллюски. А каких размеров бывают эти драгоценные камни? Бывают очень большие. Например, на Филиппинах найдена жемчужина весом в 34 килограмма. Ого, какая гигантская! А бывают совсем маленькие жемчужины, размером до 2,5 миллиметров. И обычно таких бусинок в раковине несколько десятков. Ух ты! Из бусин одной ракушки можно сделать целый браслет или даже бусы. И не одни. В черноморских мидиях количество жемчужин может превышать 100 штук. Поэтому бус может получиться несколько. Ой, Саша, спасибо тебе за вопрос! Теперь мы знаем, как в раковине моллюска появляется жемчуг. Ребята, а если вы так же, как и Саша, хотите, чтобы мы раскрыли еще одну тайну, напишите нам. И присылайте вопросы. Вместе мы найдем на них ответы. На каком бы континенте они от нас не прятались.